И всем привет, с вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике я опять играю в Warface. Мы играем в Снежный Бастион Зенит. Мы будем проходить эту, в общем, карту. Ну, а перед началом просмотра этого видеоролика, пожалуйста, нажмите, пожалуйста, на кнопку подписаться. Я очень буду ждать этого. Я его сейчас считаю... Нет, я не буду считать. Просто сверните сейчас видосик, пока что есть загрузка. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, и я буду рад. Пожалуйста, сделайте, как я прошу. И все будет круто. Ну что ж, а мы начинаем. Так, кто-то выходит, кто-то заходит. Круто вообще, да? Ладно. Ну кто-нибудь, давайте. Че, вообще никого что-то нету? Кто-то заходит. Ладно, так, ждем 30 секунд, он опять вышел, ну ладно, я думаю, кто-то зайдет все-таки за несколько секунд, я думаю, все-таки кто-то зайдет, я уверен просто в этом, да, зашел один, круто, идеально, один есть, нормально уже, два снайпа, медика берите, так. Окей, ожидание сервера. Ребят, нет, меня опять залагала она. Да что ж это такое? Ладно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, за то, что вы подождали, посмотрели. В общем, всем удачи и всем пока.